Готовим вкуснейшую фасоль в томатном соусе. Ее можно подавать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Всем привет! Начинаем готовить! На ночь замачиваем фасоль в воде комнатной температуры. Затем варим до готовности. Фасоль должна быть мягкой, но при этом держать форму. Морковь нарезаем кубиками. Измельчаем чеснок. Лук можно порезать довольно крупно. Обжариваем овощи на растительном масле до полуготовности. Добавляем соль и любимые специи. Я добавила сушеный укроп, базилик, сушеный чеснок, паприку и копченую паприку. Добавляем томатную пасту и перемешиваем. Выкладываем сваренную фасоль и заливаем водой. Аккуратно перемешиваем. Когда вода закипит, тушим под крышкой 10 минут. Крахмал заливаем водой и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем смесь к фасоли и сразу начинаем мешать. Подлива начнет густеть прямо на глазах. Тушим под крышкой еще пару минут. Вкуснейшее блюдо из фасоли готово. Теперь его нужно снять с огня и оставить настаиваться минут на 30. Приятного аппетита!